Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это часы Huawei Watch Fit. Сейчас я покажу вам, как на этих часах включить автоматическое определение активности, которое есть на всех часах конкурентов. На самом деле это очень просто включается, вам просто нужно сначала сдвинуть шторку быстрого доступа вниз, затем открыть настройки. После чего спускаемся, вот мы вверху окажемся изначально, спускаемся немножечко вниз и выбираем пункт настройки тренировки. И здесь есть единственный одноименный пункт автоопределение активности. Да, он находится здесь. Включаем его и вуаля. Теперь у нас будет автоматически определенная активность при ходьбе, беге, эллипсе или же крепном тренажере. Что ж, спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!